Всем привет, дорогие друзья, вы на канале I'm Playing, меня зовут Олег, и это новая серия по прохождению Shadow of the Tomb Raider. Саживайтесь поудобнее, заваривайте себе чаёк, кофеёк, ну а мы продолжаем. Интересно, что нас ждет в этой серии? Мы, я так понимаю, добрались до секретного племени инков. Что нас ждет? Интересненько. Из-за тебя эта женщина нашла нас. Это сын вождя. Я понял. Она освободила сына вождя. Интересно. Че, холодно, что ли? Если вы не из секты, как вы нас нашли? Я шла по карте из храма. Я ожидала найти руины, а не вас. И не все это. Сектанты. Зачем им нужен ваш сын? Сектанты? Мне эти ну люди да, известны точно. Под Там именем же знак Тринити. Был. Я должна им помешать. Тринити. В чем им нужно помешать? Они ищут артефакт. Какой-то ларец, связанный с богиней Луны. Мне кажется, зачем зря она им это рассказала. Украсть? Продать? Нет. Главное, чтобы Тринити, сектанты, его не забрали. Они опасны. Чем? Что они сделали? Убили моего отца. Я покажу вам кое-что. Вы знаете, что это? Это Пайтити. Ты сейчас здесь. Как по мне, это карта. Пайтити. Ну, похоже на карту, во всяком случае. Но что значит глаз? Это место смерти, жертвоприношений. То есть испытания ведут вместо смерти, вместо жертвоприношения? Да. Оттуда никто не возвращался. А я постараюсь. Такой риск, чтобы помешать сектантам? Да. Ведите его. О, Иона. Дружочек. Ты в порядке? Ты знаешь его? Он мой лучший друг. А Эбби... В порядке. Кто еще тебя ищет? Больше никто. Думаю, у нас с тобой одна цель. Ты увидишь змею с серебряным глазом, но твой друг будет здесь. Если лжешь, то не скроешься, а ему будет плохо. Давайте без этого. Да ладно. Пусть. Эцли, добудь ей одежду. Учу. Одежду, она не одета или что? Ну, вернусь, как только смогу. Ладно. Зачем ей одежда или что? Ждет какой-то обряд? А тут мило. Тихо. Угу, видимо. А, и селение хотят показать. Слушайте, ну прикольно, я так понимаю, мы будем теперь здесь обитать. Пойдите. Да, мне что-то кажется, мы теперь будем отсюда выдвигаться. Ну неплохо, слушайте. Прикольно. Симпатично очень даже, кстати. Живописно. Так. Я не знаю, как вас зовут. А, прошу прощения. Мне приходится проявлять осторожность. Я Унурату, законная царица. Ага. О. Чувачки. Эцли, я жду от Вы, тебя конечно, донесения. Молодцы. Да, мама. Сегодня утром ламы. Прикольно. Да. Я видел, как Хакан спорил с соседом. Мне показалось, что он очень зол.
Когда я подошел, они вдруг замолчали, а потом стали смеяться, как будто услышали шутку. Он что-то задумал. Ты молодец. Спасибо. Но это ее сын, правильно? Если ты отклонишься от плана, это быстро вскроется. Я поняла. Она поможет мне найти кое-что, что я потеряла. Можешь об этом не беспокоиться. У них какой-то свой диалект. А в моем возрасте отец был разведчиком. Он был охотником. Грозным охотником? Иногда и грозным. Но еще он был очень добрым. Ты оказываешь там честь. То, видимо, нам показывают селение, да, типа? Где, кто, что. Привет, если Владимир. Хочешь, осмотрись. Когда будешь готова отправиться за ларцом и Шчель, приходи на рынок на том берегу. Это он взял. Тебе нужно что-то еще? Такий. Потерял кубики? Ладно. Только не надо врать. Так, ну типа нам сказали, осмотрись. Поэтому мы будем осматриваться. Тайный город. Текущая цель. Ну, то есть мы двигаемся... Правильно, правильно. Что это такое? Я могу его видеть. Они... Кого ты можешь видеть? Все в порядке? Нет. Писка мертвец забрал мои кубики. И мне никто не верит. Но это он их взял. Мертвец забрал кубики? Ты их точно не потерял? Ох, но ты ничем не лучше их. Прости. Ты прав. Давай так. Я буду смотреть очень внимательно, и если увижу Писка, попрошу его вернуть кубики. Правда? Ты мне веришь? Мне уже приходилось общаться с мертвыми. Угу. Я понял. Я понял. Типа местные квесты. Ля какой. Разукрашенная весь такая. Серьезненько. Так, это рынок, видимо, да? Красота. Да, неплохо, прикольненько так. Опа. Блин, ну на карте они не подсвечиваются, вот в чем прикол. Типа... Я тебя не узнал. Ок. Что ты здесь делаешь? Откуда у тебя эта туника? Это подарок. От Унурату. О, ты гостья королевы? Я не хотела тебя обидеть. Прошу, прости меня. Все хорошо, не волнуйся. Чем я могу помочь? Покажи, чем ты торгуешь. Ну, чем ты можешь помочь? Слушай, не задавай глупых вопросов. Что это? Орлиное перо. Запчасти. 15. Это твое. Отлично. 1500. Что у нас? 7500, да? Угу. Шкура ягуара. Что ты можешь нам предложить? 2500. Улучшение ножа. Блин, я думал, 7500 это дофига. Нет, это вообще копейки. Хорошо. Давайте возьмем ранец, возьмем улучшение ножа. Спасибо, Ишик. Я так понимаю, мы можем улучшить только на костре. Кстати, теперь видно. Так, я так понимаю, нам в этот движ. Ну да, типа сейчас будет какая-то речь воинственная. Акан! Да? Я правильно понимаю? Что это? Сектанты, ждущие явления божества. Сектанты. В годину бедствий бога Кукулькана приносят в жертву, спасая солнце. Иначе мир погибнет. В жертву бога? Сделать это должна я. Но их глава займет мое место и попытается стать богом. Он верит в то, что сможет преобразить мир, создав рай на земле. Угу. Преобразить мир. Что? Я помню эти слова. Вот он!
Это их не вождь, да? Вождь типа этих сектантов. Я знаю его. Это этот профессор. Это доктор Домингес. Узрите! Вот скотина. Орудие нашего единства и спасения! Угу. Это он типа забрал нож, чтобы мир спасти. Наши мечты о мире и спокойствии осуществятся! Они уже молодец. Зовут его Кукулькан. Но его настоящее имя Амару. Он родился здесь, но вырастили и изменили его. Чужаки. Народ верит в него. А ты нет? Мой покойный муж Сайри был его братом. Им по-разному виделось будущее Пайтити. Когда Сайри умер, Амару посвятил себя секте. Вы видели бурю? Вы боитесь больших бед? Но я позабочусь о том, чтобы Пайтити все пережил и процветал вечно! Угу, конечно, расскажи. Я знаю Амару. Если он преуспеет, никто из несогласных не увидит этого рая. Мятежников казнят. Нет, если не найдут ларец. Именно. Нам нужно найти его первыми. Может, Амару еще поймет, что есть любовь и разум. Вряд ли. Очень смерть иноземцам! Грядет возмездие! Хакан, довольно! Нужно ударить, пока этот змей у нас под носом. Время справедливости придет. Не рискуй всем, повинуясь минутному порыву. Эцли, ты на разведку. Встретимся у склона горы. Все, хватит. Замышляют. Иди с Эцли. Тебя узнают даже в этой одежде. Я принесу ларец. Обещаю. Это стража. Вам же сказали поддерживать мир. Я просто вышла прогуляться с сыном. Амару теряет терпение. Это не повторится. Я понял. Ну, прикольно. Интересно. Весьма. Иона, можешь говорить? Доктор Домингес родился в Пайтити. Тринити появились в Пайтити еще в 17 веке. Угу. Бывший глава Верховного Совета Гуальтьера де Лука Домингес, итальянский кардинал, увидел большой потенциал в мальчике и воспитал его как родного сына, чтобы тот стал его преемником. Он быстро поднимался по карьерной лестнице и стал главой Верховного Совета. Большую часть своей жизни он провел не в Пайтити. Он часто приезжал, но не задерживался надолго. Его настоящее имя Амару. Но верховного жреца секты в Пайтити называют почетным титулом Кукулькан. Он привез ключ Чакчели с Касумели домой, в Пайтити, и убедил людей, что с его помощью он сможет их защитить. Амару хочет использовать ларец Ишчель, чтобы оградить Пайтити от надвигающихся угроз из внешнего мира, но мысль о новой идеальной реальности уже засела в его голове. Угу. Понял. Мы с Учи разбили лагерь, все хорошо. Доминги здесь. Он предводитель секты Кукулькан. С мальчиком надо поговорить. Унурату борется против них. Что? Давайте послушаем. Он здесь уже не первый год. Все поговорят. Тринити контролирует Пайтити. Я отправлюсь к глазу змея. Надо найти ларец до начала очередного бедствия. Как раз. Теперь. Тинк. Тинк. Типа выделить нельзя, да? Ну, нам направо тогда. И вот сюда. Подножия горы. Я правильно иду? Ну да, я правильно иду. А, вопрос. Найдите кубики такие. Давайте по дороге все равно. Глянем. Че нет? Правильно, че нет? Изгнанники с
знают, о чем думают боги. Дайте мне знак. Извините. Ты меня видишь? Наконец-то. Кто-то видит Писко. Ты тоже мертва, Ишик? Наверное, ты Писко мертвец. Да, он кубики украл, да? Я Писко, слуга богов. Я Лара. Лара, хорошее у тебя имя. Ты не мертва. Ну, чувак, ну... Как и ты? Вы растягиваете диалоги. Нет, я мертв. В детстве меня должны были принести в жертву. Отвели на гору, совершили обряд, но... Но ты выжил. Только тело. Я умер для семьи и друзей. Я жив только благодаря их подношениям. Тут один мальчик говорит, что Писко украл его кубики. Таки? Его отец очень высокомерный человек. Он очень хотел сыграть. И проиграл. У меня мало вещей, но эти кубики я выиграл по-честному. Если хочешь их забрать, попробуй их выиграть. Ну, сыграем? Во что? Поговори с 5 изгоями. Выслушай их. А потом скажи мне, почему Таки проиграл. И я отдам тебе кубики. Ну, хорошо. Очень интересный квест. Бомба. Вот еще. Ищите изгоев. Это первый, да? Привет. Привет, Ишик. Она абсолютно идентична с той, которая... Писко отправил меня поговорить. О, барышня. Писко, хороший парень. Ты видела других чужаков? Я так чужаков? Понимаю, решили не заморачиваться по поводу. Он был красивым, умным NPC-мобов. И нежным. Мы любили друг друга, но секта Кукулькана объявила нашу любовь преступной. Какой кошмар. Сочувствую. Меня приговорили к смерти, привязали к скале и оставили умирать. На третий день я ждала смерти. И тут он нашел меня, чужак, освободил и залечил раны. Кто он был? Я не знаю его имени, прошло так много лет, но я все равно верю, что еще увижу его. Я часто хожу на те скалы кондоров и собираю их перья. Они напоминают о нем. Сейчас собери перья, принеси мне, и я тебе расскажу. Да? Давайте еще так. Спасибо, что доверилась мне. Спасибо, что выслушала меня. Угу. Понятно. Карту, пожалуйста. 5 изгоями. 2, 3, 4. А где 5 изгой? Это что? Это кондор. 5 изгой, 5 изгоя найди где-нибудь, да? Я тебя понял. Что это такое? Непонятно. Диалект вроде знакомый, но что-то тут не так. Непонятно. Опа. Это надо подобрать. А нет, но все-таки вверх подниматься. Ходят тут вот это всякие. Вот еще один. Говорят. Привет. Я от Писко. Правда? Говоришь, тебя изгнали за ложь? Нет, Ишик. Меня изгнали за правду. Это моя ошибка. Что случилось? Мне стоит сказать, что я ни разу не видел чужаков. Если никто не верит, может, этого и не было. Каких чужаков? Они одеты в черное, у них странное оружие. Они прячут золото. Я рассказал сектантам про золото и про чужаков. А они изгнали меня за ложь. Какая ложь? Это золото было для них. Однажды сектанты поплатятся за свое лицемерие. Что ты делаешь теперь? Я все потерял, Ишик. Мое положение, власть, мою репутацию. Но я должен был потерять все это, чтобы понять. У меня не было ни цели, ни призвания. А теперь есть? Да. Я буду служить будущему, защищая прошлое. Семья Унурату – законные правители Пайтити, а не секта Кукулькана. Все, что я вижу, все, что я слышу, все, что я знаю, это приверженец этой барышни, которая вождь, да? Хорошее дело. Иногда они... я посылаю кого-нибудь украсть золото из поставок не для чужаков. Его оставляют в одном и том же месте. Ты делаешь чувак, лучше я не пойду жизнь за золотом, многих людей. Ну не гони. Спасибо, что поделился. Я была рада с тобой поговорить. Я тоже, Ишик. Ишик. Это чужак, типа, да?
Ишик. Так, ну нам сюда и направо. Ну, не совсем сюда, конечно. Скорее вот сюда, и потом очень-очень сильно направо. Ты куда ты отходишь? Интересно. Мне просто интересно, где будет пятый. Ну, понятно. Так, ну нам вниз, нам туда. Хоть не убилась, а на том спасибо. Так, ну нет, не здесь. Да, карту нельзя, блин, сделать хотя бы удобной, нет? Пещера. Ну да. О. Отлично. Найдите стал для меня полнейшей неожиданностью. Поехали. Нож. Его история. Все, что они пережили и кем стали сегодня. Угу. Улучшить нож? Не их улучшить. Их послушать Такамару, да? Домингес, Кукулькан. Радеет о благе Пайтити. Но я знаю, на что он готов пойти. Убийство и жестокость. Я должна его остановить. Навыки. 2 очка навыков, правильно? Крестопротворных ресурсов. Увернувшись от атаки небронированного врага, выведет его из строя контратакой. Нам сильно надо это. Давайте вот этот. Быстрее стрелять будем. Я думаю, это нужнее, чем уклонение от небронированных. Еще раз повторяю, не бронированных. То есть, если это будет Тринити, которая с броней, то да? До задницы, да? Да, Ишик. Я Часка. Часка. Я Лара. Меня прислал Писку. Писка мертвец? Послал тебя ко мне? Ты проиграла ему в Патоле? Патоле? Нет. Мальчик Таки проиграл ему свои кубики, и я пытаюсь их вернуть. Писку сказал, чтобы я поговорила со всеми изгоями, и тогда он мне их вернет. Странно, что он не стал уговаривать тебя сыграть на них. Пытался. А, могу тебе сказать только, что меня изгнали. Как Писка. Я потеряла и работу, и положение. Но это была не случайность. Меня изгнали из-за моего поступка. И я о нем не жалею. Что случилось? У тебя есть дети? Нет. У меня тоже нет. Ишчель не благословила меня. Но я помогла появиться на свет 3 детям моей хозяйки. Ну... Я любила их как родных, пока меня не изгнали. Что ты сделала? Я воровка, Лара. Что ты украла? Ожерелье из нефрита. Воровка. Не... Зачем? Самая младшая Каяра увидела его в гостях. Понятно. У друга. И взяла. Позже за ней пришли. Ее бы изгнали, а ведь она еще ребенок. Я сказала, что это я его взяла. Хозяйка забрала у меня ожерелье и разбила его об пол. И меня изгнали. Прикол. Мне так жаль. Не жалей меня. Я бы снова так поступила. Каяра усвоила урок и проживет достойную жизнь. А я могу отдавать почести Ишчель своим шитьем, как учила меня мама. И моя Каяра приходит меня проведать. Каяра. Спасибо за твою историю, Часка. Кто Каяра? Кто такая Каяра? Удачи, Ишик. Так, ну еще один изгой у меня отмечен на карте. Типа бот. Играем прямо и потом налево. Карта обновлена. Ну, прекрасно, карта обновлена. Меня это уже радует. Вопрос. У нас остался один изгой. Это будет еще один, что ли? Или что? Или как? Ну, нам куда-то сюда.
Нам куда-то вот сюда. Вот это? Видимо, да. Здравствуй, Шик. Красивая, не правда? Нет. Это ламы. Очень ласковые. Даже дикие гуанако из джунглей любят, когда их гладят. Боги их одобряют. Круто. Вопрос. Моя жена очень больна, как и многие другие. Это чужаки принесли болезнь. Вот он, наверное. 100%, да. Привет. Ты же изгой, да? Да, Ишик. Приветствую. Я слышала, ты говорил про белую капибару. О, не одна. Их тут много. Писко отправил меня поговорить с изгоями. Ты охотник? Теперь да. Я был фермером, но такая жизнь не для меня. Я был будто заперт. Охотник. Должен был все время оправдывать ожидания своей семьи. Но я смог найти собственный путь. И виновата в этом белая капибара? Нет, Ишик, целое стадо. Как-то ночью они пришли на мое поле и все вытоптали. Я не пытался их остановить. Я просто смотрел. Они навели меня на мысль. Целое стадо белых капибар. Что, если я смогу выследить их? Смогу бросить работу в поле? Получилось? Лучшее решение в моей жизни. Отец отрекся от меня и отдал ферму сестре, но мне все равно. Я теперь охотник. Почему рот не открывает? Меня зовут Пайму Белый. Спасибо, что поделился со мной, Пайму. Спасибо, Ишик. Типа как это? Вопрос. У нас остался один изгой. Ага, и крайний изгой подсвечивается, да? Так, хорошо. I not understand with you. Ага. Римак, кажется. Ого. Привет. Ты типа ворожея? Ты Лара, верно? Тебя прислал Писко. Да. Я Мараэка. Хм. Я уже второй раз за сегодня слышу твое имя, Лара. Сектанты говорят о тебе. Это ты начала очищение. Ты нашла ключ Чакчель. Да. Не печалься, милая. Очищение уже давно надо было начать. Нужно решить, продолжать или начать все заново. Нелегкое решение. Ты это слышал, Римок? Решать судьбу всего мира, говорит, непросто. Слушайте, они все на одно лицо, реально. Она мне нравится. Ты права, Лара, непросто. И если решение примет секта Кукулькана, нас сделают рабами и назовут это спасением. Верно же, Римок? Хм, он неразговорчив. Сектантами движет страх. Страх чего? Страх внешнего мира. Страх перемен. Но снаружи нам угрожает то же самое, что есть в каждом из нас. Наш враг — это страх, а не перемены. Только перемены постоянны. Ты смотри, как я разболталась, Римок. Леди хочет купить что-нибудь полезное для своих поисков. Откуда у нее оружие? Вот это неожиданно было. Типа пообщались. Тут бабуля такая, ничего мне купить не хочешь? Бам, тут УЗИ, лазерные прицелы, костюм охотницы, жумар. Альпинистское приспособление военного образца используется для быстрого перемещения по веревкам и разрушения прочных преград. Отмычки, яд, токсин. Этого мало. Да, хватит тебе. Типа, ну, неожиданно. Так, приходи, вот. Если нужно будет что-то еще. Интересненько, бабуля. Ты, конечно, пообщались с ворожеей. У нее там склад оружейный. Ну, неплохо. Да, неожиданно, я бы так сказал. Так, подождите. Че я сюда бегу? Можно же сделать вот так. А, блин. Угу, и вот так.
Не, бабка, конечно, вообще неожиданно была. Очень. Так, наш этот чувачок. Письку. Ты со всеми поговорила ведь, так? Да. Но ты все равно не поняла. У них у всех есть надежда. Чтобы выиграть, тебе нужно постараться, Лара. Надежда — это одно. Но все, кого изгнали из города, наслаждаются своей жизнью, несмотря ни на что. Даже ты, Писко. Ну, я играю в Патоле лучше всех в Пайтите. Ха, неплохо для мертвеца. Совсем неплохо. Итак, что ты узнала? Я поняла, что, пожертвовав чем-то, можно сделать жизнь лучше. Что не стоит ограничивать себя наследием своей семьи, можно найти собственный путь. Любовь сильнее смерти. И нужно верить во что-то большее, чем просто в себя. Но невозможно контролировать все на свете. От того, как ты поступаешь, зависит, кто ты. Хорошо сказано, Лара. Ты точно не мертва? Так и думает, что проиграл лишь потому, что ему не повезло. Но не кубики выигрывают игру, а умелый игрок. Теперь ясно. Что ты думаешь о Мараеке-изгнаннице? Она ждала меня. И как будто немало про меня знала. А, она про все знает, Ишик. Бабулька с оружием. Она продает необыкновенные вещи. Только боги знают, зачем они нужны. Я видела. Повезло, палки, что ты стреляющие. Нашла. Она часто собирает товар на продажу где-то за пределами Пайтити. Она показалась мне самой жизнерадостной. Так и есть. У нас в Пайтити говорят, мы вершим свою судьбу. Мы не выбираем обстоятельства, зато выбираем, как в них поступить. Пожалуй, Такию надо это усвоить. Хорошая игра. Спасибо, Писко. Я верну кубики Такию. Я понял. Супер. Супер бесполезный квест, да? Ну, Такия у нас хрен знает где. Слушайте, давайте, наверное, пойдем по квесту. И на обратном пути, если что, вернем кубики Такии. Ок. Ну вот наш парнишка. Моя мама улаживает дела между стражниками и Хаканом. А что там снаружи Пайтити? Ну, снаружи много всего. Мир очень большой. Больше, чем Пайтити? Больше, чем сотню Пайтити. Что? Возьмешь меня туда? Думаю, твоей маме будет что сказать на этот счет. Да-да. То, что ты ищешь, скрыто там. Как я пойму, что нашла нужный зал? По запаху смерти. Если выживешь, можешь выбраться через старую систему орошения. Встретимся там. Будь осторожна. Mm-hmm. Там могут быть сектанты. Да ладно. Наши сектанты. Найдите серебряный ларец. Иш, что-то было там. Ага. Это квесты, да? Шмар, испытания. Так. Это типа миссии, да, которые на мне а-ля висят. Квесты. Так. Мне одному кажется, что, ну, это не просто так. Чё за язык? Икотекский язык. Юкатекский язык. Интересно. Интересно. Слушайте, все в золоте. В принципе, это и логично. Отлично. Чирик. Я так понимаю, спускаемся. Вот так. Да? Нет. Того мало. Как? Уно моменто. В смысле, ты хочешь, чтобы я на вот таком расстоянии раскачивался? Так я не раскачивался. Mm-hmm.
Да ну, это бред, реально. Ну и что? Это все. Типа, если я сигану туда, то она провалится. Скотина. Нужно найти правильный угол. Зараза такая. Так. Тут нет. Бросьте ледоруб в прыжке. Интересно. Чрево змея. Так, подождите. Давайте пока не торопимся. Такими чревами. У нас, по идее, очки навыка появились новые, да? Да. Что у нас здесь? Подсветка объекта связана с испытанием в режиме инстинкта выживания. Да, давайте, лишним не будет. Я думаю, это вообще прекрасная штука. Типа, будет отсвечивать то, что нам по квесту нужно. Вот это вряд ли прям по квесту нам нужно. А что это? Это какая-то комнатка секретная, да? О, да! Вот оно. Камешки-то драгоценные. Вот они. Вопрос в следующем. Выбраться нам как? А, в принципе, так же, как и залезли. Слушайте, ну вот эти тайнички, это прикольная штука. Типа, залутался и нормально. Сюда. Денег насыпали, в принципе. Так, это у нас... Появление Тринити, второй отряд, начинает поиск Лопеса. От Лопеса не было вестей. И так, ну это понятно, это рассказы. Я думаю, это не очень нам интересно. Рассказы Тринити. Оп, 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 вот это мы подбираем. 100% опыта насыпают. Ну и язык. Это другой язык. Кичуанский язык. Прикол, здесь два языка, типа на одном... квесте. Ну ладно, ок. Я так понимаю, мы правильно идем, да? Ну и вонь. Вот про это место Эцли и говорил. Да. Слезьте в чрево змея. Ну, я надеюсь. Да. Спокойно, Лара. Без нервов. Лариса. Вопрос. Как ей зацепиться там? Пока не ясненько. Да вы что, на приколе? Опять что ли идти? Опять мне подбирать? Опять влезть в тайники или что? Типа вот... А, нет, ну слава богу, все подобрано уже. Блин, а как ей там зацепиться-то? Вот про это место Эцли и говорил. Давайте попробуем, может я типа как обычно не дотянул немножечко. Спокойно, Лара, без нервов. Так. Ладно, я понял. Тут надо немножко по-другому. Место Эцли и говорит. Я предлагаю сохраниться, реально. Если мы упадем, то ну, мне не очень хочется вот это еще раз ее слушать. Давайте мы сделаем вот так. Где у нас здесь? Сохраняемся. Отлично. Бум. Спокойно, Лара. Без нервов. Все, погнали. Вот так. Голоса. Я слышу какие-то голоса. Здесь кто-то есть живой? Вопрос следующий. Ага. Блин, слегка темновато, если честно. У-у-у. Подарочки, подарочки. Ребята отдыхают. Слушайте, так они прям еще это, того, они, то есть, не сильно еще. От... Ну как, разложились. Вон, смотрите, он, то есть, он практически вот свежий. Здесь все происходит, насколько я еще понимаю. Ух ты, прикол. Да ладно.
клетку Степана надо залезть. Очень интересно. Да-да. Лариса, давай, ты не будешь обрываться. Очень тебя прошу. Так, не спеши. Нормально ты так ходишь. Можешь переступать? Сейчас какой-то уступ. Как отвалится, блин. Вот этот. Ритуальная жертвоприношение. А, это эти сектанты тут вовсю. Я понял. Он будет, наверное, быстрее. Ты прикинь, что тут эти сектанты творят. Они тут тупо вырезают всех. Да давай уже. Висишь над уступом этим деревянным, и ты каким-то образом просто мимо пролетаешь. Как это возможно вообще? Тупо не на тот пиксель встал, все, свалился. Типа я понимаю, что в этом прикол игры. Но чтоб делать до такой степени, прям вот что ты тупо не на тот пиксель становишься и все. Блин, ну вот он. Как бы. Вот он, уступ этот. Ты еще ниже можешь, нет? Вот он, уступ. Ну то есть. Видно, да? Куда я спускаюсь? Делаю чирик. Сейчас попал. Очень интересно. Блеск. Так, тогда. Блин, ты прикинь, какой там штын стоит, а? Ля, она тупо и по свежим, и по не очень, и по. Представляю, когда она вылезет, это будет трэш просто от нее. Фу. Трешак реально. Ля, что они творят? Ля, они тупо там это того. Давай-ка, дядя, я и тебя немножечко того. На опыты. Это один из мятежников? Ты шо? Змей с серебряным глазом. Я на верном пути. Ну да. Да. Сюда. Слушайте, ну я так понимаю, это совсем такая гиблая история для этих мест. Запах все усиливается. Сектанты это... Лара, как ты там? Так понимаю, это бич. Иона, я нашла еще одного змея с серебряным глазом. Похоже, я почти у цели. Обсуждаю бич этих мест. Так, ну здесь готов? Будет заруба. Мне почему-то кажется, что сейчас я туда спрыгну, и там будет какой-то босс. Почему-то кажется. Может, в этой игре их вообще не будет? Типа, это вообще. Сомневаюсь. Но вот в данный момент... Мне кажется, что я вот туда прыгну, и там вылетит какой-то типа тип очень интересный. Другого выхода нет. Ну ладно. Пройдите испытание змея. Жир. Тряпка. Нужно как-то сжечь эту преграду. А, да, сжечь не проблема. Слушайте, а в чем испытание змея заключается? Сжечь преграду или что? Или ну типа... Слишком сыро. Тут нужен катализатор. Чё, кого? Катализатор? Нужно как-то сжечь эту преграду. А сейчас сожгём, подожди. Я просто, ну, типа, не очень врубаюсь, какой катализатор. А вот эта ж хрень там не просто так висит, правильно? Тут нефть и кровь. Чик.
И все? Не, ну не может быть так легко. Путь свободен. Надо идти дальше. Откуда у нее фонарик появился? То есть я там лазил, у меня не было фонарика, а здесь просто она такая стоит и... Ну ладно. У меня больше вопросов, чем ответов, реально. Так, ну тут понятно. Что ты от меня хочешь? Ну, я думал, там будет какой-то босс. Такое место эпичное прям. Это что, зал для кровопускания? Да. Преграда. Оно. Так, Лариса, подожди. Как же повернуть второе колесо? Второе колесо? А, вот что ты имеешь в виду. Как повернуть второе колесо? Очень просто, привязать к первому. Понадобились сотни жертв, чтобы наполнить кровью эти камни. Берешь, делаешь вот так, чирик. Потом берешь, идешь туда. Ну, типа... Надо выровнять каналы. Нифига, не все так просто. Ага, сейчас типа полилась, да? Жижа, да. Полилась. И тут мы делаем вот так. Чкунь. Это все загорается. Черт, потекло не туда. Что значит потекло не туда? Подождите. Надо выровнять каналы. Я понял, нет. Не нуди. Вопрос в том, что их нужно повернуть. По идее, я немножечко не... Лариса, давай, работай. По идее, вот здесь, нужно сделать... Следующим образом. Нужно как-то повернуть, чтобы оно потекло туда, куда надо. Правильно? А как это сделать? А ну подожди. Не-не-не-не-не-не-не-не. Тихо. Типа, а вот так оно полилось. Вот туда. И в яму утекло, да? Нифига нам не... Да куда ты крутишь? Что ты делаешь? Так, ну, смотрите, здесь оно вытекает в яму, здесь оно вытекает не туда, здесь оно вытекает не туда. Тоже течет не туда. Ну, я понял, что нужно. Нужно сопоставить, чтобы оно... Ну, по идее, вот это... Куда ты тянешь? За фигня, что она назад? Кто? Вот так, ау, упрись. Вот так, по идее, да? Ну типа, ну логично, логика. Сюда и потекла туда, правильно? Правильно. Ну будем надеяться, что правильно. Делаем вот так. Чпуньк. Включай воду. Сейчас эта фигня набирается. Так, отлично. И теперь мы включаем обогреватель. О. Огонь пошел. И туда. И туда. И все. Да? Типа, ну, я понял, что надо вторую покрутить. Ты как вторую покрутить, то мне сказал. Типа, вот так можно? Да. Неподъемно. Нужен крутящий момент. Как же повернуть второе колесо? Да я догадываюсь, как повернуть второе колесо, блин. Но вопрос не в этом.
Ну так повернуть второе колесо. Но их надо сопоставить. Вот как повернуть второе колесо. Их надо как-то сопоставить, правильно? А тут что? Тут нифига не сопоставилось. Там типа да, а тут типа нет. Подождите. Это все, да? Ну, это тоже нифига не сопоставили, да? Вот, типа, потекло. А, нет, слушайте, сопоставили по идее. А ну-ка, проверим. Чик. Включаем отопление. Ну, туда. Прекрасно. Замечательно. Засчитывается. А теперь искать ларец. Пирамиды. Змея. А, это змея? Просто я подумал, что не совсем змея. Ну, вы поняли, о чем я. Посидела ты, Лариса, быстро. Опа, вот она и канализация наша, про которую парнишек говорил.